У курян появилась возможность оформления многофункциональной банковской карты жителя Курской области. 150 человек уже стали ее обладателями. На карту можно получать пенсии, пособия, стипендии и прочие социальные выплаты, используя для оплаты льготного проездного билета в общественном транспорте, расплачиваться за товары и услуги у партнеров в сетевых магазинах, получая за это приятные бонусы и автоматически становясь участником скидочных кампаний. Необходимо зайти на сайт карта46.рф, авторизироваться. Там авторизация проходит через госуслуги. По сути дела, практически у каждого нашего жителя есть уже доступ к порталу госуслуг. И дальше идет привязка любой своей банковской карты, именно карты МИР, к проекту «Карта жителя». Далее обратиться в информационный центр «Регион Курск». 7 октября услугу начнут оказывать в МФЦ. Планируется поэтапное внедрение проекта. Сейчас получить карту можно в 4 банках – ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке и Промсвязьбанке. К системе планируют подключиться Совкомбанк и Газпромбанк. Если говорить о общей численности карт, выпущенных в Курской области, на сегодня, за год рост составил 16%, и на сегодня в Курской области выпущено банковских карт в количестве 2,5 миллиона единиц. Мы очень надеемся, что проект, который мы начали реализовывать с 1 октября, станет очень удобным и полезным. Очень здорово будет, если карта жителей Курской области будет работать в формате единого кошелька. Среди торговых сетей первый договор заключила Европа. Брендированную карту жителя Курской области начнут выдавать со второго квартала 2023 года. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня.